Президент также выразил соболезнования родным и близким ветерана афганской войны, полковника вооруженных сил Казахстана Бориса Керимбаева, известного не только в нашей стране под псевдонимом «Карамайор». Напомню, на неделе Казахстан простился с выдающимся человеком. Борис Керимбаев ушел из жизни на 71-м году. Во время необъявленной войны 177-й отряд спецназа разведки ГРУ Генштаба Советской Армии под руководством Бориса Тукеновича одержал победу, в результате которой враги были вынуждены прекратить боевые действия, и советским войскам удалось выйти из ущелий. Проводить «Карамайора» в последний путь пришли тысячи казахстанцев. Среди них участники боевых действий в Афганистане, генералитет Министерства обороны и рядовые военнослужащие. Воспоминаниями о своем командире в интервью нашей программе поделился бывший министр обороны, генерал-полковник Сакен Жасузаков. Он был одним из преданных соратников «Карамайора» на поле боя. Боевые товарищи не единожды спасали друг другу жизни. Я никогда его одного никуда не старался не отпускать. Водитель, я там и еще один солдат, который мы могли сюда с оружием обеспечить безопасность, потому что он встречался с местными там старейшинами, какими-то командирами, другими, кто его знает там, кто как, кто-то может. Никто не гарантировал, что может какой-то террористический акт произойти в этом плане. Поэтому я старался как-то максимально обеспечить его безопасность. Один раз наткнулись на склад, и там большой ящик мука лежала. И я что-то туда полез, и он меня вовремя остановил. А там, оказывается, растяжка, заминировано все было, все могло подняться. С другой стороны, он мне тоже жизнь спас, потому что не пустил туда